Итак, мы находимся на территории музея деревянного зодчества в Суздале. Мы проходим вот как раз Преображенскую церковь. Народу сегодня немного. А это Воскресенская церковь. Она более такая, как сказать, жесткая, да, с такими... Пятигранная, да, шестигранная. Ну-ка посчитай, сколько там граней. Стоит на каменном таком фундаменте. Вот сейчас пойдем дальше смотреть, какие здесь еще остались постройки. 11-13 век. То есть здесь собрали все деревянные постройки времен 11-13 века. Мельница вон вдалеке. Идем. Тут жилые избы. Сейчас по плану посмотрим, что здесь располагается. В целом, вот рядом прям живут люди за забором. Воробушки барбариски хотят и шиповник клюют. А туда внутрь можно зайти, нет? Да, можно. Ну давайте попробуем посмотреть.